Привет подписчикам и гостям канала. Если у вас встает выбор между большим аквариумом и аквариумом среднего размера, то безусловно в аквариумном мире действует принцип «чем больше, тем лучше». В ценовом выражении разница не столь велика, а вот преимущество налицо. Чем больше аквариум, тем легче за ним следить. И это утверждение не беспочвенно. Контролировать биологические процессы, бороться с нежелательными водорослями, соблюдать химический состав воды будет намного проще в аквариуме большего объема относительно аквариума меньшего размера. Всегда есть куда расти. Начинающие аквариумисты часто сталкиваются с проблемой недостаточного объема, а точнее, я купил небольшой аквариум, мне понравилось и захотел побольше. Это самая распространенная фраза, которую могут слышать продавцы магазина аквариумов. Большой выбор рыб. Как вы уже знаете, рыбы достаточно капризные создания. Им требуется не только правильная температура и химический состав воды, но и минимальный размер аквариума. Тем самым можно сказать, что если у вас аквариум большего размера, то и разновидности рыб вам подойдет больше. То же правило распространяется и на количество обитателей. И напоследок хотелось бы обратить внимание, что речь в видео шла не только об аквариумах гигантского размера, ведь для кого-то резервуар объемом 200 литров – это уже большой аквариум, а кому-то и 1000 мало. Просто хотелось помочь в столь нелегком выборе вашего личного подводного мира и предостеречь от лишних трат. Всем спасибо за просмотр!